В четверг в Кашхабльский район с рабочим визитом прибыл глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. В ходе поездки глава Адыгеи посетил недавно построенный физкультурно-оздоровительный комплекс в ауле Кашхабль. Новый спортивный объект возведен в конце прошлого года в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни». Общий объем финансирования составил свыше 80 миллионов рублей. ФОК включает в себя просторный зал с трибунами на 200 человек, тренажерный зал, гардеробные, комнаты отдыха, медкабинет, административные и бытовые помещения. Глава республики посетил тренировки юных спортсменов, пообщался с тренерами и их воспитанниками. Появление таких спортивных комплексов – это большая работа десятков людей и на федеральном, и на региональном уровне. Мы хотим, чтобы все спортобъекты в республике приносили пользу, становились своеобразными центрами здорового образа жизни, положительно влияли на продолжительность жизни, объединяли людей разных возрастов, подчеркнул Мурат Кумпилов. Глава республики поручил руководству района и спорткомитета взять под контроль качественное завершение всех работ по благоустройству и озеленению прилегающей к ФОКу территории. Следующим пунктом маршрута стал сельский дом культуры хутора Казино-Кужурский. Здание претерпело кардинальные изменения. В рамках нацпроекта «Культура» на капремонт было выделено 10,3 миллиона рублей. На эти средства проведены работы по укреплению фундамента, уложена кровля, заменены окна и двери, проведены работы по монтажу инженерных коммуникаций и внутренней отделки помещений, облагорожена прилегающая территория. Дополнительно за счет муниципальных средств здание газифицировано, приобретено техническое оборудование актового зала. Он оснащен всем необходимым для проведения культурных мероприятий. Глава республики побеседовал с участниками коллективов художественной самодеятельности и руководством ДК. Они признаются, что скучают без сцены и своего зрителя. Но даже в условиях пандемии культработники использовали все доступные возможности для того, чтобы продолжить жить, действовать, работать и делать доступ населения района интересным и продуктивным. Под моим окошком вишня расцвела, высветило солнце, небо добило, сердце сладко ноет, почему с утра? Да чего тревожит вечная пора? Ой, как хорошо, все ждут, мы население ждет, да, и мы ждем, да. Скорее всего, по мероприятиям и по соревнованиям будем разрушать, скорее всего. Хорошо. Также Мурат Кумпилов осмотрел обновленную библиотеку, размещенную в здании ДК. Помещение отремонтировали и завезли в него новую мебель. В этот день для гостей радужно распахнул свои двери новый красивый сельский дом культуры аула Худз. Строительство этого здания началось в 2018 году в рамках реализации национального проекта «Культура». На эти цели было выделено почти 52 миллиона рублей. На данный момент строительство нового ДК завершено. Здесь оборудован актовый зал на 300 мест. Продолжается оснащение здания за счет средств районного бюджета и внебюджетных источников. Также предполагается расширение штата работников СДК. Свои таланты главе республики продемонстрировали маленькие жители аула. Я в полоску воротник, мы, ребята, смелые, спросили напрямик. С какого парень года, с какого парохода и на каких морях? Также Мурат Кумпилов встретился со старейшинами поселения. Они поблагодарили главу Республики Адыгея за внимание к нуждам селян и строительство нового дома культуры. Ты охота чехику на процветание республики, фари узничана харфиу, фиуна охоти узничана харфиу, фатхаю шана лахамия. Этот объект вместил в себе не только элементы культуры, но и спортивные тоже. Этого события очень ждали местные жители. Новый тренажерный зал станет местом проведения активного досуга для многих из них.